Я задам вам 4 вопроса. Скажите, пожалуйста, на какую оперу вы сейчас ходили? Чародей. Чародей, конечно. Понятно. Троить Чайковского. Скажите, пожалуйста, ваши эмоции. Понравился вам состав? Как играли актеры? Солисты, не актеры. Солисты, да. Вы знаете, великолепный состав. Совершенно. Вы знаете, вот из всех спектаклей, которые за прошедшие 4 года я посмотрела, я считаю, что это лучшее произведение, которое на сцене Большого театра. Ну, это классика. Ну, во-первых, спектакль 50 лет не ставился, да, на сцене Большого театра. Сложная постановка, меня поразил дирижер. То есть это что-то было совершенно потрясающе, уникальное. Вы знаете, сложно было даже смотреть, отличиться от главных героев и от дирижера. То есть, понимаете, где-то у меня вот взгляд уходил то на главных исполнителей, то на дирижера. То есть это просто фантастика. Ну и, конечно, состав актерский от Масовки, будем говорить, для которых, и до главных героев, но это что-то совершенно потрясающие глаза. Я бы сказала, может быть, тенора бы немножечко, ну тенора уже сложно найти. Вот, немножечко где-то в первом отделении он не совсем дотягивал, ну, на мой взгляд, да, до самого такого высокого уровня, а второе отделение было прекрасно. Понятно. Скажите, пожалуйста, на каких местах вы сидели и как было видно и слышно? Знаете, высота 30 ярус, ну, видно было прекрасно, потому что первый ряд. Видно и слышно. А слышно это балкон у вас был, да, балкон? Потому что нет, ложа. Звук идет же вверх, потому что, вы знаете, но балет лучше смотреть в партере, а слушать оперу лучше наверху, потому что звук идет вверх. А могли бы вы рекомендовать другим людям, знакомым, родственникам сходить на эту оперу, посмотреть? Необыкновенно. То есть, вы знаете, вот я давно не испытывала такого удовольствия, которое я испытала, побывав на этом спектакле. Вы знаете, просто совершенно неожиданно. Я вот шла, но Петр Ильич Чайковский, сложно для восприятия, для всего. Но это что-то необыкновенное. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо.